Чем ближе сроки сдачи объектов, тем пристальнее контроль. 3 детских садика должны быть достроены в течение месяца. Руководитель администрации Алексей Валов регулярно проверяет ход работ. Детский сад в Первом Советском переулке сегодня комиссию не порадовал. За неделю ни на шаг не сдвинулись фасадные работы. В здании холодно, тепловой контур не закрыт. Отстают строители и по кровле. С учетом наступившей оттепели, результат виден невооруженным глазом. Все этажи в той или иной степени залиты водой, что не позволяет вести внутреннюю отделку здания. На объекте заняты 76 человек, работают в две смены. Застройщик оценивает строительную готовность садиков в 62%, но в ближайшее время обещает этот показатель улучшить. Первый советский что-то провалился, вот в этот раз пошли мы контролировать, провалился. А ждали, конечно, другого. Но тем не менее, тоже работы идут, глаза хоть начали, из глаз равнодушие у строителей ушло. Это самое главное, что они начали работать. Деревня Медвежьи озера, улица Юбилейная. Этот садик опережает другие по темпам и объемам работ. И смены побольше, 108 человек. Однако Алексей Валов и здесь не дает строителям расслабиться. Внимательно проверяет не только те места, которые ему показывают. Вот, например, открыл запасную дверь на улицу и сразу увидел недочеты. Вы забираете через месяц, давай. Если у вас лестницы нет. Вы должны все параллельно делать. На всех этажах здания в разной степени готовности ведутся отделочные работы. На первом монтируют электрооборудование и вентиляцию. Ведется окончание работ по отделке третьего этажа. К концу следующей недели, я думаю, что отделка третьего этажа будет завершена. Застройщик оценивает выполненные работы на 86-87% и сдать садик обещает до конца февраля. Но готовность в процентах – понятие весьма относительное, считает Алексей Валов. Есть много деталей, которые в этот показатель не входят. Вот даже взять на Медвежьих озерах. У него строительная готовность высокая, а практически один только вход сделал. Детсад в Новом Городке долгое время был в числе отстающих и регулярно удостаивался критики, как во время плановых объездов, так и на еженедельных совещаниях застройщиков. Но в последнее время работы активизировались. Сегодня вот приятно удивлен и темпом работы, и количеством объемов работ выполненных. Нормально. Расчетный период сдачи детского садика – 15 марта. С учетом исправления возможных недоработок, он может быть продлен до конца марта. Ежедневный контроль возложен на нового заместителя руководителя администрации Никиту Никулина и руководителя ХТУ по отрасли образования Алексея Белкина. У нас сейчас контроль организован ежесуточный практически. И зам по строительству, и вот Алексей Петрович контролирует. Считаем, смотрим, объемы просчитываем, чтобы не было больше фикса и приписок. Ирина Микеда, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».